Моторні оливи Total Quartz знижують знос, продовжують термін служби двигуна. Партнер проєкту з безпеки на першому автомобільному. Партнер програми Bosch Автосервіс. Все, що потрібно вашому автомобілю. Увімкни світло наповну. Philips – партнер проєкту по безпеці на першому автомобільному. Здравствуйте, с вами «Секреты безопасности» и Международный центр безопасного вождения «Физика движения». Я Александр Саракеев. А я Кирилл Каландырец. И тема нашего сегодняшнего выпуска – уход и обслуживание тормозной системы. Почти каждый автомобилист знает, за сколько секунд ускоряет свой автомобиль. Но далеко не каждый знает, за какое время останавливается автомобиль и его тормозной путь, например, со 100 км в час. Есть очень большое количество факторов, влияющих на эффективность работы вашей тормозной системы. Начиная от окружающей среды, заканчивая компонентами и правильной настройкой этой тормозной системы. Если мы не можем повлиять на окружающую среду, давайте обратимся к эксперту компании Bosch и узнаем, как же мы можем повлиять на те моменты, которые нам подвластны, а именно обслуживание и уход за тормозной системой и все ее нюансы. Компания Bosch по сложившимся обстоятельствам на рынке более 90 лет, ну, отсчет компания Bosch ведет этих 90 лет с 1927 года, когда на рынок был впервые представлен первый вакуумный усилитель тормозов, разработанный нашей компанией. Вот. Ну а на сегодняшний день мы уже, компания Bosch предоставляет на рынок как такие классические, можно сказать, вещи, как тормозные колодки, диски, суппорта, тормозные цилиндры, так и уже более современные элементы, такие как элементы систем, таких как ABS, ESP, ну и сами непосредственно электронные блоки управления системами. Иногда она поставляет эти детали частично для каких-то автомобилей, на некоторые автомобили поставляет полностью системы, вот, которые уже включают в себя как функции ESP, так и ABS, ну и различные дополнительные функции. Когда автомобиль предоставляет его разработчик, очень часто мы слышим о том, что автомобиль у нас, обладающий каким-то определенным двигателем, имеет возможность разгоняться до скорости 100 км, ну, там где-то в пределах 10 секунд, да, это такой обычный автомобиль, спортивный, конечно, еще быстрее. Тем не менее, никто не задумывается о том, что этот автомобиль, разогнавшийся до этой самой скорости, его же надо остановить. Ну, так вот, здесь встает вопрос о том же, какая же все-таки система на автомобиле эффективнее. Система, которая позволяет его разогнать, то есть двигатель, либо та система, которая его должна остановить. Считается, что тормозная система в 3 раза эффективнее системы, которая позволяет автомобиль разогнать. То есть, если автомобиль разгоняется до скорости 100 км за 10 секунд, то остановить этот автомобиль система тормозная должна за 3,5-4 секунды, не больше. Для этого она, соответственно, должна быть исправна, полностью исправна. Ну и прежде всего, конечно, с точки зрения механической. Почему? Потому что вся электроника, которая разрабатывается, все дополнительные функции ABS, ESP, они это функции дополнительные. Все разработчики работают над тем, чтобы даже при выходе любых электронных функций система механическая должна сработать. Вот. И должна сработать где-то вот в этих параметрах, 3,5-4 секунды. Вот. Соответственно, от состояния элементов этой самой системы и зависит время и, соответственно, тормозной путь, который проходит автомобиль до момента полной остановки. Какие признаки? Ну, опять же, мы говорим, опять же, с точки зрения нашего менталитета, о признаках, после которых надо обратить внимание на тормозную систему. В Европе этого нет. Почему? Потому что там есть определенный пробег до ТО последующего, который после этого на этом ТО и происходят все вот эти вот процессы контроля и проверки всех состояния системы. Вот. Ну, есть, конечно, признаки. Вот в данном случае на этом автомобиле мы видим наличие на тормозной колодке снизу механического датчика. Это датчик износа механического типа, который по мере износа фрикционной части колодки начинает касаться непосредственно диска, при этом издается звук, очень резкий металлический звук, на который не обратить внимания просто уже невозможно. По диску мы видим, что вот в данном случае
износ бортика диска этого даже с краю где-то порядка уже 1 мм. С одной стороны, соответственно, с другой стороны. Согласно предписанию производителей автомобилей, износ на 2-3 мм от первоначальной толщины диска считается уже критическим. Почему? Потому что уменьшается объем диска, соответственно, температура уже не может так рассеиваться, температура, как ранее, на большей массе, и это может влиять на эффективность системы. Если система у нас находится в неисправном каком-либо состоянии, ну, допустим, тот же подклинивший какой-то суппорт, вот, на одном из колес. Ну, во-первых, это снижение тормозного пути, как я уже говорил. Во-вторых, это занос автомобиля. Причем занос неуправляемый, как правило, да. И опять же, когда водитель теряет контроль над автомобилем, опять же, мы сталкиваемся с последствиями. Последствия эти, как правило, довольно плачевны. Разработчик системы или элементов системы тормозной смотрит на то, чтобы состав металла диска, так и фрикционной части колодки были совместимы. Вот, то есть, чтобы они изнашивались где-то примерно равномерно, вот, причем обеспечивая максимальную эффективность. Здесь и содержание каких-то элементов в чугуне самого диска, и содержание, процентное содержание каких-то элементов непосредственно в колодке. Поэтому мы всегда говорим о том, что устанавливать на автомобиль надо и диск, и колодки одного производителя. Ну, даже иногда вот размеры геометрические у одного у производителя отличаются. Даже на один и тот же автомобиль, кстати, это есть иногда причины возникновения вот этого бортика по краю. Потому что колодка меньше чуть-чуть. Обычно производитель старается делать ее вровень с диском, и тогда износ идет более равномерно. По поводу колодок, более дешевых и более дорогих. Мы иногда сталкиваемся с тем, что иногда диск стирается быстрее, чем стирается колодка. Вот. Это говорит о том, что материал колодки намного жестче, чем материал диска, и, соответственно, идет неравномерно или неправильный износ с точки зрения производителя автомобиля. Колодка может быть очень твердая, вот, но не обеспечивать должной эффективности. И колодка, с другой стороны, может быть очень мягкая, то есть не содержащая никаких металлических примесей. Кстати, она не издает никаких посторонних звуков при любом торможении, но эта же мягкая колодка, во-первых, она сама очень быстро изнашивается и, опять же, не обеспечивает должной эффективности системы. Поэтому все производители, серьезные производители этих элементов, они всегда следят за тем, чтобы ну, по времени эксплуатации на один, на срок службы одного диска, пока он дойдет до своей критической какой-то толщины, расходовалось 2 комплекта колодок. Оставляя машину в сервисе, не всегда мы уверены в том, что тот слесарь, который будет заниматься обслуживанием в данном случае этого автомобиля, обратит внимание на все аспекты. Поэтому, ну, как бы то ни было, но опять же, с учетом нашего менталитета, мы рекомендуем знать те параметры, которые необходимы, допустим, для того же диска тормозного. Ну, а по поводу колодки, что я могу сказать? Ни в коем случае колодка не должна изнашиваться до металла. Почему? Потому что слой, который находится между фрикционным слоем и слоем металла, это уже не фрикционный считается слой. Он не предназначен для фиксации, он не для торможения. Он предназначен просто для приклеивания фрикционной части к металлу. То есть до 2, ну, минимум 2 мм фрикционного слоя на металле должно оставаться. Это должно быть для вас сигналом того, что срочно колодка подлежит замене. Вот. А вообще производители говорят, что до 4 мм фрикционного слоя на колодке – это уже критично. Вот эти цифры, хотя бы основные такие понятия, необходимо знать. Ну и опять же, с учетом, как я уже говорил, по диску, износ 2 мм до 3 мм – это уже критично. Если вы видите, вот ноготь начинает цепляться за металл, и вы можете определить, что это где-то в пределах миллиметра, как это с одной стороны и с другой стороны. Это критично. Это касается как вентилируемых, так и невентилируемых дисков. Это общее такое показание от производителя. На сегодняшний день мы предоставляем более 90, скажем так, 92-95% в зависимости от колодок и дисков европейского рынка. Вот. Но это по Европе. По Америке, Азии, естественно, эта цифра меньше. Почему? Потому что наша компания прежде всего на Европу работает. Вот. Ну, опять же, это где-то порядка 80% всех элементов тормозной системы мы можем предоставить. Ну, а в рынок это значит как на конвейер, так и во вторичную сеть продажи запасных частей. Один из аспектов, допустим, того же обслуживания тормозной системы, на что необходимо обращать внимание, это использование соответствующих смазок.
вот, которые должны применяться при обслуживании той же тормозной системы. Этой смазкой смазываются направляющие, по которым двигаются те же колодки, обратная сторона колодок, для того, чтобы снизить риск ржавления. Вот. И еще некоторые поверхности, посадочная поверхность той же ступицы. Очень важно применять хорошую смазку. Почему? Потому что если в смазке содержатся те же элементы металлов каких-то, алюминия, того же, той же меди, вот, что мы имеем? Под воздействием той же соленой воды, а это зима, когда применяется соль у нас на дорогах, это элементы смазки металлические вступают в реакцию с этой водой, вот, и, соответственно, возникает так называемое электростатическое напряжение, которое, во-первых, разрушает поверхность посадочную той же ступицы автомобиля, разрушает у нас поверхность направляющих автомобиля, по которым двигаются колодки, а отсюда мы имеем уже в результате подклинивание какое-то, и, опять же, снижение эффективности системы и, как следствие, снижение тормозного пути. Но мы рекомендуем, в частности, вот такую универсальную смазку, специально разработанную под тормозную систему. Вот это Superfit. Вот она бывает как в виде непосредственно смазки, так и спрея. Еще один аспект безопасности, вот, это проверка состояния тормозной жидкости. Проверяется тормозная жидкость на процент содержания влаги, которую она имеет возможность поглотить. Вот, но процент содержания влаги напрямую влияет на температуру закипания жидкости. Проверяется следующим образом. Открываем расширительный бачок, включаем прибор и опускаем индикатор вниз. Здесь мы сейчас видим, индикатор горит крайний. Вот, что соответствует тому, что содержание влаги как минимум 3,5% и выше. Для того, чтобы это значение перевести в температуру, у нас есть соответствующая таблица, по которой мы видим, что даже 3,5% содержания влаги в жидкости соответствует для до третьего, это температура ниже 150 градусов. Для до четвертого это температура где-то порядка 170 градусов. На штатной упаковке с тормозной жидкостью мы видим критичные нормы содержания влаги в тормозной жидкости, которая гласит, максимальная температура закипания для жидкости DOT 4 это 170 градусов. То есть в данном случае тормозная жидкость подлежит замене. Подлежит замене она либо же после 2 лет эксплуатации, либо по состоянию, то есть по содержанию влаги. Помните, что на резине и тормозах экономить нельзя. Поэтому вы должны понимать, если вы не знаете, что вам поставить, вам нужно ставить только оригинальную тормозную систему. Очень часто люди, когда хотят улучшить свой автомобиль, начинают почему-то с параметров мощности. А запомните, что правильные переделки автомобиля начинаются именно с тормозов. Безопасного вам вождения и до встречи в следующих выпусках. С вами были «Секреты безопасности» и Международный центр безопасного вождения «Физика движения». До свидания! Моторні оливи Total Quartz знижують знос, продовжують термін служби двигуна. Партнер проєкту з безпеки на першому автомобільному. Увімкни світло на повну. Philips – партнер проєкту по безпеці на першому автомобільному.